Уважаемые коллеги, позвольте вас сердечно приветствовать от Организационного комитета 2-го съезда некоммерческих организаций России и Всероссийской конференции «Госгрант». Мне хочется сказать о том, что съезд проходит в нормальном режиме. У нас 491 делегат из 66 на сегодняшнее время, на утро первого дня, региона Российской Федерации. Большое количество представителей органов власти, субъектов Российской Федерации, работающих в министерствах, управлениях и отделах внутренней политики. Это очень важно, потому что именно они осуществляют связь с некоммерческими структурами в регионах, вот эту первичную связь. Мы прослушали замечательные доклады представителей Государственной Думы Российской Федерации, были представители администрации президента Общественной палаты, получили очень хорошие приветствия, в том числе не только от государственных деятелей, но и от Никиты Сергеевича Михалкова, от Русской Православной Церкви. Надеемся, что будет хорошая, интересная резолюция. То есть у нас какая, по сути, идея? Главное – это изменение. То есть мы очень хотим, чтобы резолюция была тем документом, который сможет изменить жизнь НКО. Сегодня у нас день политический, обсуждаются вопросы политической стабильности, национальной безопасности, новые национальные идеи. Есть очень интересные предложения, в первую очередь, как раз представителей регионов нашей страны. Завтра будет Всероссийская конференция «Госгрант» в рамках съезда. Это вопросы совершенствования государственной поддержки социально значимых проектов. Будут выступать грантооператоры и обязательно, наверное, будут какие-то интересные идеи по изменению этой системы. В прошлом году, в 2010-м, мы такую конференцию проводили, сделали замечательную резолюцию, которая рассмотрена органами власти, профильными министерствами, и я скажу, что изменения частично внесены. Это большая удача и большая радость. То есть государство слышит некоммерческий сектор, и, слава Богу, поддерживает такие мероприятия, как вот наш съезд некоммерческих организаций России. А послезавтра будет день, посвященный мастер-классам, семинарам и различным мероприятиям в области социального предпринимательства, налогообложения, законодательной базы.